мы с вами распакуем и соберем аппарат K5 Full Control Plus. Скажем честно, я вообще не люблю делать распаковки и практически никогда не делал, но когда я увидел, как собирается этот аппарат, то понял, сука, это конструктор, и надо и показать, как это все работает. Поэтому начинаем. Итак, что мы видим? Мы видим кучу всякой макулатуры, это, наверное, инструкции для сборки. Да, точно, как вставить колесики. Нафиг, это нам не надо, мы любим методом научного тыка. Мы видим кучу винтиков, шурупиков, саморезиков. Капец, три разных вида. Сеточка. Это на заднюю часть. И на пластик нам не нужен. О, это у нас получается нижняя часть нашего аппарата. Это колесики, это перед, а это сам аппарат. Так, начнем с того, что даже ручка тут не прикручена. Ее нужно прикручивать вот этим вот двум направляющим. И прикручивается она винтиками с обычной резьбой, не саморезой. Что тут у меня есть? Сегодня мастер-класс сборки без инструмента швейцарским ножиком. Готово. Дальше ставим сеточку. Сеточка, ну, в принципе, дурное дело не хитрое, повесить на крючочке одну такую себе веревочку. Так. Так. Ее, конечно, можно и в последний момент вешать, но она под руки попалась, поэтому вот висит. Следующая интересная вещь, это ставим вот эту платформу. Вставляется она вот сюда и снизу фиксируется вот такими длинными штуками. Вот они. Так. И так. И берем теперь уже короткие саморезики. Внимание, короткие. Есть еще и длинные. И нашим же супер-пупер Ой, а как это у нас аппарат такой некрасивый? Давайте его срочненько примарафетим. Наверное, так думали себе всякие немецкие инженеры, когда почему-то сразу в коробку эту штуку не вложили и вообще сделали, чтобы она собиралась уже на месте. Опять же, те же, нет, не те же, вот, маленькие саморезики, которыми мы прикручиваем одну внизу,
одну вверху. Но внимательно смотрите, чтобы у вас вот тут вот сели две направляющих в паз, чтобы оно у вас не болталось, когда вы затянете, чтобы у вас тут щель не появилась. Собственно, докручиваем последний саморез. Почти собрал, устал, капец. Колесики еще остались. Колесики тут хитренькие. Я бы даже сказал хитро, но просто хитренькие. Ставится все таким образом. Покажу вот эту дырку. Отверстие тут с квадратными пазами, хотя на самом деле вроде бы как круглое. И колесо тоже вот такое вот интересное. Ну что, практически справились, а вот и ни хрена, еще два саморезика колесики прикрутить. Потому что они вроде стоят, крутятся, но могут выпасть. Поэтому длинные саморезики мы вкручиваем. Знаете, что я вам скажу? Отверткой это делать гораздо удобнее, но все ж по хардкору, а вдруг у вас нет отвертки, зато есть ножик швейцарский. Поэтому сегодня я собираю именно ножиком, а не нормальным инструментом. Юху! Мы справились, но это еще ничего не значит, ни хрена он не будет работать, пока мы не сделаем еще целых три вещи. Первое. Это нам нужно привязать пистолет к этому аппарату. Да, он работает по радиосигналу. И пока мы не сделаем привязку пистолета к аппарату, ничего не будет происходить. Для этого нам нужно открыть пистолет. Вот. А там вот такие вот батарейки. Что у нас тут стоит? Ой. Включили аппарат в розетку и зажимаем плюс и минус одновременно. И держим энное количество секунд, пока у нас не появится 3-2 раз. Все. Пистолет работает и меняет. Слышали? Он там жужжит. У него там сервоприводы. Восстание машин. Жж-жж. Ладно. Все, мы готовы к работе, можно идти мыть. Ну что, режим мы попробовали. Мыть моет. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, внизу ищите промокод, если он есть. На этом все. С вами был Валентин. Пока!